нами долго общаться, как-то начинает находить различия. У меня круглое лицо. Вообще у нас по родинке, то, что у меня побольше тут, а меня еще и пониже, поменьше. Еще и брови разные. Да и волосы. Ну, мы всегда вдвоем, везде вместе, то есть нам даже не скучно. Если даже никого нет, мы можем между собой поговорить. То есть нам проще в этом плане. В детстве мы ругались из-за всего, мы ссорились, да, из-за часто. Любого пустяка. Сейчас мы вообще как-то сейчас, не ссоримся. Да. Может, повзрослели, поняли. Что надо помогать и не ссориться, там убивать друг друга. Сейчас иногда вспоминаем, там, из-за чего мы могли ссориться. И смеемся. Смеемся над тем, что мы ссорились. С булавами, я думаю, ну, лучше справляется там, чем я. И она может, ну, подсказать, как правильно сделать, чтобы получилось. Потому что, ну, иногда я не, ну, не понимаю, как это сделать. А мне то же самое с мячом. С мячом я она мне подсказывала. Как Иринсан иногда говорит, что ты должна представлять, что мяч это, ну, если есть там парень, что это голова твоего, ну, парня, что ты должна его любить, там, знаю, с ним обращаться нежно, ласково. На соревнованиях, именно на выступлении, я больше боюсь за Дину. Потому что, ну, когда я выступаю, я знаю, что я могу сделать не то, ну, или если бросила не туда, поймать его или не поймать. А когда выступаю один, мне прям, не знаю, очень страшно. Сердце в пятки уходит, потому что я не понимаю, что она делает. Все такое сложное. Я с того года, с Берлина, там был Кубок мира, я смотрела на Ариш тогда на выступление. И после этого я поняла, что больше на нее я смотреть не буду, потому что я так переживала, что меня всю трясло, я не могла стоять на ногах. Я уже и вслух, и кричала, и то есть я так переживала, что после того, как она выступила, я сказала, прости, но я больше на тебя смотреть не буду. Я буду тебя выводить, там, поддерживать, но смотреть не буду, потому что я очень сильно переживала, и то есть все эмоции там оставляла, и у меня больше не оставалось ничего. Конечно, у каждой гимнастки мечта на Олимпийские игры. Да, ну, как бы мы мечтали попасть на Европу и выступить. Мечта исполнилась, идем дальше. Мечтали попасть на чемпионат мира и мечтаем, надеемся. Надо дожить и посмотреть, там, что как будет. Потому что если мы будем вдвоем там выступать, то это будет проще между нами поделить медали. То есть все равно это будет в нашей общей как бы копилке. В семье Аверина. Так загадывать не будем.